иди сюда. Доброе утро, сейчас только проснулась, и у меня сегодня выходной день, решила провести его вместе с вами, и посмотрим, куда нас с вами заведет. Луч, тебе нравится лежать на моей кровати? Да, моя девочка. Тебе нравится на моей кровати лежать, солнце? Мое солнышко, Лучиана, ну посмотри ты на меня. Ну прям игнорирует, Луч. Делайте мой такой пуфистик. А что ты уже разлеглась на моем лежбище? Можно я прилягу? Мне же видео монтировать, Луч. Можно? Ну давай, мы вместе ляжем. Можно я прилягу? Ну давай. Это мое лежбище, как я его называю. Я сплю сейчас на большом надувном матрасе. Да, я в своей пижаме. Сейчас в мужской голубой рубашке. Еще кто-нибудь спит в мужских рубашках? Это старая рубашка моего мужа. И как-то мне нравится в ней спать. Она хлопчатобумажная, в ней комфортно, уютно. Ну, как-то так. Эй, коты. Клод. Клаудилиус. Клаудилиус. Клодик. Мои коты только что похрустели. В общем, да, это надувной большой матрас. Раньше я монтировала все видео на диване и засыпала на диване. Мой муж сжалился надо мной и купил мне лежбище, такой надувной матрас. Это надо видеть. Это же надо видеть. Да. Привет от старых штиблет. Это что же такое творится вообще? Расчесываться, может, будем, Клод? Сейчас я вас расчешу. Мое такое лежбище с моими сатиновыми подушками. Их у меня здесь очень много. Облагораживаю разными сатиновыми подушками. Видите, здесь такой шоколадный сатин. Такой серенький и такой, как персик. Такой нежный. Вот. И мне здесь удобно, потому что здесь, как правило, на этом лежбище я монтирую видео. Привет! Вот они все трое лежат. Меня часто спрашивают, где ваши коты. Вот он Бази. Вот там вот Лучи и Клод. Все вместе. Все всегда рядышком со мной. Пойду приму душ. Нанесу свою уходовую косметику, а потом у меня будет завтрак, и я покажу вам, что я приготовила со вчерашнего дня на сегодня на завтрак. Так, увидимся с вами через секунду. Я им выделила расческу Tangle Teaser. У меня их несколько таких, поэтому у меня коты очень ее любят. Легко расчесывать пушистых котов. Вот именно благодаря вот таким вот пластмассовым зубчикам удобно расчесывать котов. И им это очень нравится. И не приносит никакой боли. Да? Клад, скажи, мне очень нравится. Да? Очень нравится. А глазки? Ну-ка, дай-ка глазки протру. Глазки дай протру. Так, ладно. Давай. Красавец. Красавец. Давай животик. Давай животик. Давай животик. Давай вот здесь шейку тебе, грудку. Грудку давай. Ох, давай грудку расчешем. Ой, кайф. Луч, сейчас тебя будем расчесывать. Посмотрите на Луча, все в ожидании. Ой, какие вы у меня. Мы их расчесываем не каждый день, но там раз в 2-3 дня. Будем расчесываться, да? Идем. Моя кукла. Там. Ой, какая же ты пушистая. Тебе бы подстричь не мешало. Просто невозможно. Очень пушистые. Там, смотрите, как все собирает.
Они сейчас к зиме у нас пушатся еще больше. Да лучше. Ой, господи. Давай животик. Ну давай животик. А то подстригаться повезем. Будешь вредничать. О, кошмар. Давай. Ну все. Теперь можно с собой заняться. Ой, прям такая противная. Такая с характером. Мяу. Тебе подстригать надо лучше. Это очень много пуха, шерсти. Здесь у меня стоит такое кресло-стул. Оно мне очень нужно, когда я снимаю макияж, наношу уходовую косметику. Поэтому, да, эта раковина полностью моя. Здесь все-все-все, чем я пользуюсь утром, вечером, когда привожу себя в порядок. Только что приняла душ, и давайте сейчас покажу свой утренний уход за лицом. Итак, в первую очередь, после того, как я приняла душ, я начинаю уход за кожей лица. И что я делаю вот в самую первую очередь, это прохожусь по всему лицу кубиком льда, потому что у меня... сегодня немножечко припухлое лицо. Очень важно пройтись кубиком льда. Так приятно. И желательно еще под декольте. И промакиваю лицо бумажным полотенцем. Я не вытираю лицо обычным полотенцем уже несколько лет. Прежде чем я приступлю к чему-либо, мне нужно почистить зубы. Конечно бы я опустила сей процесс чистки зубов. Я не буду показывать, как я чищу зубы, но я хотела поделиться с вами своей любимой новинкой зубной пастой от всеми известной марки Крест. Та, что выпускает отбеливающие полоски для зубов. Вот так выглядит сама коробочка с зубной пастой. Это два тюбика, двухшаговое очищение. Содержимое первого тюбика прекрасно очищает зубы и полирует их, удаляя налет. Тюбиком под номером 1 мы чистим зубы в течение 1 минуты. После этого, не ополаскивая полость рта, идет второй шаг из тюбика под номером 2. Это отбеливающая гель с перекисью водорода. Именно эта гель и отбеливает зубы. При отбеливании я не почувствовала совершенно никакого дискомфорта либо боли, которая может возникнуть при отбеливании зубов. Очень нравится у этой зубной пасты эффект, что в течение целого дня зубы чувствуются очень гладкими. И действительно видно, вот я уже использую эту зубную пасту, наверное, недельки две, и уже чувствуется, что зубы постепенно начинают отбеливаться в некоторых местах. Зубы стали немножечко светлее. Это, конечно же, очень радует. Любимая зубная паста. Значит, первым делом я чищу зубы и только уже потом наношу уходовую косметику. Далее у меня всегда после принятия душа краснеют очень сильно глаза. И я нашла себе прекрасное средство от Ронто Cool Max. Понадобится минут 5, чтобы она начала работать, но потом на часов 6-7 у вас вот белок самого глаза просто белый-белый-белый. Так как я уже приняла душ и лицо я умыла пенкой для лица от Avène, это деликатная
пенка, которую хорошо использовать рано утром, потому что ночью у меня была только уходовая косметика, не было никакой декоративной косметики, так что я стараюсь не использовать каких-то слишком уж агрессивных моющих средств для лица. Какие-то более сильные умывалки для лица с сахарными кислотами я использую, как правило, на ночь. А более щадящие, нежные пеночки или какие-то кремовые умывалки я обычно использую с утра. Так что вот это вот моя любимая пенка. Дальше обязательно нужен тоник для лица. Отшелушивающий тоник с молочной кислотой, то есть это ахокислоты. И сейчас в холодное время года просто самое идеальное время, чтобы использовать этот тоник. Стало попрохладнее, поэтому можно использовать какие-то тоники с ахокислотами, которые будут давать отшелушивающий эффект. Аккуратненько прохожусь по всему лицу, шее и декольте. Пока подсыхает тоник, я хочу нанести свою новинку. Это маска для губ от Laneige. И хотя она предназначена для ночного времени суток, это ночная маска для губ, которая обволакивает губы, глубоко увлажняет их и одновременно удаляет какие-то шелушения. Прекрасная маска. Это моя новинка. Я ее использую сейчас как ночью, так и днем. Не думаю, что днем эффект от нее будет меньше. Следующее я нанесу серум от Dior. Сыворотка, масло, сыворотка с липидами для возрастной кожи. Это антивозрастной маслянистый серум, быстро впитывается в кожу, его не нужно промакивать. Так что дам ему несколько минут впитаться и тем временем нанесу увлажняющий какой-нибудь крем для глаз. У меня их два. Я всегда наношу крем для глаз вокруг губ и под глаза. Сбоку глаз, обязательно вот сюда, вот в эту область глаз. Чуть-чуть на верхнее веко и впиваю. Теперь пока следующее, что я нанесу. И сейчас время, когда я использую много кислот, я нанесу крем с солнцезащитным фильтром 20 от Avène. Делаю небольшой массаж. Обязательно прохожусь вокруг мочки уха, потому что вот здесь вот первые возрастные морщинки появляются. И немножечко похлопываю. Некий такой массаж. Ну вот, такой вот мой уход. Сейчас пройдемте, и я вам покажу свой завтрак, который я приготовила со вчерашнего дня. Посмотрим, что получится. Пойдемте. Итак, на завтрак у меня chia seeds, это здоровый завтрак. Chia seeds, я их замочила на ночь и поставила в холодильник, вот они вот так вот разбухли. И чтобы придать какой-то вкус, я добавила дольки апельсина и клюкву. Ну, точно уж полезный завтрак. И как закончу завтраком, закончу это все вот такой вот прекрасной чашечкой кофе. Не знаю, время неумолимо бежит, не могу я с ним совладеть совершенно. Вроде на кухне убралась сегодня, параллельно еще снимаю для вас и немножечко занялась вещами. И все. И уже 4 часа дня, да?
4 часа дня. И мне сегодня нужно успеть заехать в несколько магазинов. У меня у супруга завтра день рождения. У меня к вам вопрос. Как вы подходите к вопросу о подарке для супруга? Вот, допустим, у меня это, как правило, такие вещи, как трусы, носки, пижамы, что-то такое комфортное, какие-то sweatshirts, свитера, рубашки могу ему подарить. Но помимо вот этих подарков, мы с супругом, как для меня, так и для него, мы обговариваем один крупный подарок. Вот на мой день рождения в прошлом году мне супруг подарил программу для монтажа видео Final Cut Pro. В этом году для супруга мы купили, вот буквально пару дней назад, по диагонали 75 дюймов, это почти 2 метра по диагонали, телевизор для него. И поэтому свой подарок он как бы получил, но вот хочется еще как-то поздравить его вот в сам день рождения, завтра. И поэтому я, наверное, сейчас поеду и присмотрюсь. Не знаю, что я буду покупать, но что-то хотя бы простенькое для дома, хотя бы, чтобы завтра утром он получил свой подарок. Я еще хотела выехать на улицу и показать вам нашу красочную осень обязательно, потому что у нас сейчас очень красиво на улице. Ну а прежде чем я поеду куда-либо, я хотела бы сейчас подкраситься и покажу вам несколько своих косметических любимчиков. Я, наверное, все-таки переоденусь. Мне кажется, я слишком тепло одета. Так, жарко. Мне жарко. Итак, давайте покажу вам, что находится на моем косметическом импровизированном столике. И покажу вам свои любимые косметические новинки. Итак, во-первых, я хотела показать вам вот такую свою новинку от Kat Von D. Это Shade and Light Glimmer, якобы шиммерная палеточка. Я думала, она будет шиммерной, но как оказалось в использовании, у нее есть шиммерные оттеночки, но в основном такие приятно атласные какие-то. Посмотрите, да, это моя любимая палетка от Kat Von D. Мне она очень нравится, очень такие красивые у нее цвета. Ох, какой цвет красивый, вот такой вот осенний цвет, посмотрите. Вот она, моя палеточка. Так, что еще? Я, наверное, сейчас быстро руки помою. Подождите. А также у меня здесь моя любимая палетка. Это палетка от Стила. Ребят, ну посмотрите на эти цвета. Это совершенно матовая палетка. Моя самая любимая. Ох, красотища. Бесподобные оттенки. Так, вот она, Стила. Ею, наверное, накрашусь. Также у меня здесь любимчики. У меня здесь несколько карандашей я купила недавно. Но пока у меня в любимчиках карандаши от Tom Ford. И, кстати, что я хотела сказать, что мне нравится у карандашей Tom Ford, это то, что в коробочке карандашу идет сам карандаш, и еще вы получаете и рефил. Получается, что у вас, вы покупаете у Tom Ford два карандаша сразу. Вот он, топовый оттенок, и вот этот вот для блондинок. Вот сейчас я ими буду подкрашиваться. А дальше что еще у меня такого интересного? Ну, пока вроде все. Хотела вот именно показать вам свою палетку и свою пудру для всего лица. Это Ambient Strobing Light, пудра для всего лица. Тоже очень нравится. Моя любимица сейчас в последнее время от Hourglass. Ну что я вам говорила, посмотрите, как красиво. Прям волшебные краски. Бесподобные. Нереальная красота. Интересно, если это клен. Клены обычно очень красиво меняют цвет. Thank you.
сейчас подъехала к аптеке, когда я здесь закупаюсь, это Свес. Мне очень нравится этот райончик. И там дальше всегда работает фонтан и зимой, и летом. Сейчас я туда поближе подойду. Хотя я очень боюсь тут ходить. Обычно здесь везде какая-то частная собственность. В общем, здесь не разгуляешься слишком. Но очень красиво. Как здесь красиво. Спокойно так. Как сказка какая-то. Опа! А что за грибы? Красные какие-то. Их. Грибы. Наверное, поганки какие-нибудь. Я не знаю. Здесь ходят за грибами в горах люди. Даже есть такие сообщества, где ходят грибы, собирают. Так тихо, спокойно. Вот этот район, где живут пенсионеры. Туда, по-моему, младше 65 лет вас не возьмут жить в этот, как это, сообщество, я не знаю, как назвать. Эй, дерево. Да, надо спешить. У нас только начало шестого. И посмотрите уже, как стемнело. Не успела я доснять вам нашу осень красивую. Сейчас поеду домой, и мой супруг через полчаса заберет меня. Мы едем на ужин в ресторан. Так, приехала с магазина. Вот это вот подарок для моего супруга. Ну, наверное, начну с того, что цветы. Хотя мне говорили когда-то давным-давно, говорят, о, мужчинам дарят цветы. Ну, конечно, дарят мужчинам цветы. А кто сказал, что мужчины не люди? Конечно, им дарят цветы, и это им приятно, и... Ну, я не знаю, у меня другой менталитет, видно. Я по-другому на этот счет смотрю. Итак, здесь вот у меня такой бардак. Сейчас я вам покажу постепенно, что я купила. Во-первых, я хочу в вазу оформить цветы. Дома для торжественности, что у нас праздник, конечно, я хочу, чтобы были цветы. Так что не вижу вообще в этом ничего дурного. И всем советую покупать цветы на какие-то праздники дома. Так, это вот ваза, в которую я сейчас все помещу. Цветы. Здесь у меня это вот такая вот штучка со звездочками. На самом деле это такая тяжесть, которая будет держать воздушные шарики. У меня уже тоже есть воздушные шарики, я вам их позже покажу. Раз как-то так надо ее распределить. Да, сюда это такая, знаете, вес, такая тяжесть, чтобы держать воздушные шарики с днем рождения. Так, здесь у меня я купила, это, конечно, вообще не по теме моего, красивые звездочки, 5 штучек, чтобы их на Новый год где-нибудь разместить. Так что... В этом году у меня елки не будет, потому что в этом году мы не будем в Америке, мы будем на Кипре, поэтому я даже ничего наряжать дома не буду. Такую красивую открытку я купила для супруга. To my hubby. И мне нравится вообще все здесь, что написано. Конечно, сейчас переводить не стоит смысла. И здесь я еще допишу свое пожелание. Так, это что касается открыточки. Это бумага, в которую я сейчас буду оборачивать подарки. Это бумага, знаете, такая бумага, пакет вкладывается, чтобы было красиво. Тоже покажу попозже, как это будет выглядеть. Это вторая, еще одна открыточка. Но я все-таки предпочитаю другую открытку, так что это уже тоже мне не нужно. И большой пакет Happy Birthday. С днем рождения.
Так, что касается подарков, здесь у меня, так сказать, толстовка, пуловер, я не знаю, как называются они по-русски, но они такие, знаете, либо дома ходить, либо в спортзал, такая классная от Nautica. Он мягенький, теплый внутри. Я забыла, как они по-русски называются. Ну, такой вот, как джемпер, пуловер. Что-то такое. Так, это одно. Это, кстати, я купила для себя. Он тоже из мужского магазина. Но мне понравился цвет и размер. Так, что здесь? Обязательно моему мужу пойдет пиджама. Штанишки пижамные. Это тоже Nautica. Они мягенькие, тепленькие, хорошие, классные. Вот. И вот такую вот... Так, здесь уже больше ничего нет. И тоже вот такую вот... Либо это не спортивная маечка, это вот такая маечка к пижаме. Тоже... Очень удобно. Так что вот такие будут у него подарки. Ну, просто чтобы хотя бы был... А, еще шарфик я сейчас покажу. Ну и последнее. Это шарф от Луиза Перини. 100% кашемир. Вот такой вот красивой расцветки. Так что вот такие вот будут у него подарки. И вот так вот будет выглядеть пакет. Я его выставлю рано утром. Сейчас я все спрячу. Вот. Цветочки в вазе. Очень красиво. И шарики. Happy birthday. Сейчас у нас уже поздняя ночь. И хочу себе заварить чашечку чая. Это детокс чай с огурцом. Дыней. Также здесь очень много всего. Я прочитала. Здесь и феннел, и пепперминт, и корень одуванчика, и rose petals, лепестки розы, мелон и кьюкамбер. Да, я уже сказала. И вот так вот выглядит сам пакетик с наполнением всего. Спокойной ночи для меня, хорошего вам дня. Ну и на этой нотке я попрощаюсь с вами. И до новых встреч, пока!